Ну что ж, всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Зазепа, и мы начинаем прохождение XCOM 2. Будем играть на уровне сложности легенда. Да-да. Я знаю, что это тяжело, что это. Так, включим субтитры. Комментарии пускай будут. Обучение, я думаю, нам не надо. Так, в режиме терминатора прогресс сохраняется автоматически, каждый ваш выбор неотвратим. Нет, давайте без режима терминатор, потому что это уже, это, я считаю, слишком как-то сильно загнуто. Пытаюсь вместе что-то как-то слишком вообще громко, ну ладно. Keeping with their promise to humanity, 12 new gene therapy clinics will be opening in select cities by the end of the new year. Ну, короче, походу... Operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. Полное покорение земли. A small number of dissidents again repeat the mistakes. Посадили своего синта там или как называется там. Те, кто играл первый XCOM, тот знает, что было вторжение. Never break the bond between humanity and the elders. Peacekeeping forces have already made several preemptive arrests of known collaborators. Advent again assures all citizens that today's celebrations will continue as planned. Ну, короче, полная оккупация, досмотр, сопротивление. Stay focused. Prep gate crasher. 60 seconds. Чувак, который отвлекает на себя внимание. Подумаешь, ремень, может, забыл снять, чё ты? Но они какие-то недогадливые. Он же уже на земле лежал. Встал, лег. Так, ну, погромче как-то. И звук игры надо потише сделать немного, я считаю. That we're ready to infiltrate the city centers and strike at their heart. To that effect, we're moving in to take out a high-profile target that will get plenty of people's attention, especially Advent. Move to lock down the area and eliminate any security forces nearby. О, у нас тёлочка есть из России. Нормально. Здесь она выживет. Давайте начинать миссию. Уж не хотелось бы. Или всё-таки подготовка? Move to place the X4 charges at the designated position. Не, не подготовка. Так, все. Я хотел изменить настройки, хотел изменить, да, звук. Общая громкость хотя бы вот так. Громкость речи тоже немного потише.
Ну, потому что вообще реально ничего слышно вообще даже не было. Это плохо. Так, голосовой чат. Выбирать язык солдат по национальности. Да, давайте вот так. Так, сохранить. Все, можно играть. Старый добрый XCOM. Так, ага, стрелочка VSD. Это хорошо. Так, кто ты у нас? Здесь, походу, все навещли. Все с автоматами, да? Ну, отлично. Я потом за кадром, за серией буду их кастамить еще. То есть, ну, разрисовывать. Не понял. Ты ходить собираешься сегодня или нет? А, понял. Правой клавишей. Непривычно что-то. Да, кстати, не надо забывать, что это уровень сложности легендарный, поэтому надо поосторожнее играть. Ну, короче, регулярные войска, да? Да, давайте с ними в шутки играть не будем. Надеюсь, нашу девочку не спалят там. И знаете, что мы сделаем еще? Пожалуй. Так, нет, давайте так близко не будем подбираться. Скажем вот так. И по возможности тоже надо как-нибудь запрятаться. Давайте сюда. Катька походила. Так, это кто? Это офицер, да? Это там гражданский стоит, да? Так, надеюсь, не спалит. Вот так и стойте, ребят. Стоп. Что ты можешь нам предложить? А давай. Отлично. Так, только не разбегайтесь, ладно? О, горят еще как. Хорошо-то как. Не, конечно же, лучше было сначала офицера взорвать, но, блин, это офигенный ход был. Это ход на все хода. Так, ты... Что, тебе походил уже, да? Так, вот тебя бы как-нибудь так передвинуть. Нет. Так, тебя снесут. Давай, знаешь что? Ты спрячешься сюда и снесешь потом того дядю, который снизу. И снесешь, да, его. По возможности. Ну ты, блин, косая, конечно же. Ладно. Допустим, ты сегодня не выспалась. Это хреново, что ты сегодня не выспалась. Ты кого сможешь? 47, 26. Ну давай попытайся хотя бы. Блин, сейчас гранатами начну их просто выносить. Потому что эти дядьки щадить не станут. 46. Ну давай 46. Не, ну это что-то уже как-то не очень. Не очень весело. Ладно, ты сгорел, это хорошо. Допустим. Вот этот вот, который снизу, вот мне вот он вообще напрягает. Он решил убежать? Нет. Сука!
Нет, давайте последний автосейв. Где там? 7.33. Давайте 7.33, потому что я не хочу. Не хочу терять бойцов, понимаете? Я вообще не хочу этого делать. Как-то заход... Ну, на гранату так знатно швырнуло, я вообще не жалею, но то, что он там крит нанес, это... Ну, вы видите, блин, с упора попасть не может, как это объяснить? Давайте переиграем этот момент, потому что меня это абсолютно не устраивает, я бойцов терять не намерен. Так... Давай, знаешь что, дорогая... Моя. Не. Вот давай тебя поставим в наблюдение. Тебя в наблюдение. И тебя в наблюдение. А ты швырнешь им сюда под ноги гранату. Давай, ныкайся. А, отлично. Надеюсь, кого-нибудь подожгли. Ну, обнаружение, да. Отлично, надо было сразу вот так вот делать. Ну, никто не попал, ладно. Ну, косые у меня солдаты, косые, понимаете? Косые. Не выспались. Повышение. Убили, что ли, кого-то? Или чё? Кого вроде не убили. А нет, один валяется. Не смей! Вот все, молодец. Промазал, молодец. It was close, да, это it was close. Это было близко. Да ёп, блядь, чтоб тебя... Черти дрюкали. Зашел со спины. Нет, давайте еще раз попробуем. Вот если меня сейчас убьют, это все, это... Я смирюсь, я согласен, все. Я понимаю, что вот меня убили, все, больше загружаться не буду. Если так будет. Ну просто вот мне вот интересно, вот как-то вот вариант вот такой вот обработать, чтобы... Блин, все равно ж черти достанут. Блин. Что же делать? Ладно, давай тебя поставим на наблюдение. Скрытое наблюдение. Я не знаю, сюда посадить, что ли? Ладно. Давай, знаешь что? А, ну ты можешь только до сюда. А там ты не достанешь. Блин, что ж тобой делать? Родная моя. Так, мы тебя посадим в скрытое наблюдение. Ага. Так, ты у нас уже, походу, да? В нем. Ну что ж делать? Давайте попробуем, вдруг фактанет побольше нам. Все, теперь держим кулаки. Жалко, что их всех не убило. Тем более, это первая миссия. Давай, прихлопни! Да куда ты стреляешь? Ой-ой-ой. Ладно, одного. Второго. Отлично. Повышение, повышение. Замечательно. Пожалуйста, только выживите. Только вы... Если кто-то из вас выживет... В смысле, если не кто-то из вас выживет, если все выживут, то я... Я, походу, сейчас сохранюсь. Блин, только бы не накаркать. Все, все. Да, хорошо. Метка, метка, метка. Это... Метка, это еще не критично. Блин, а вот это плохо.
Ну, в принципе, один хп это... Блин, промаж! Чувак! Чувак, все, хватит, успокойся! Успокойся! Не надо... Не надо горячиться, понимаешь, раньше времени. Все. Забей, чувак, нет! Накаркал. Ну ладно, все равно нам не особо нравилось. Эмма Хилл. Блин, обидно. Видите, как не прощает ошибок. Давайте хотя бы Катюху нашу пересадим как-нибудь подальше от этих психопатов. Уж я знаю, блин, что будет. Давайте с этой стороны посадим ее. Ну нафиг их. Так, огонь. 48, 46. Ну, того мы даже и брать пока не будем. Не, подожди. В теории. В теории гранату мы до них не дотянем. Гранату, хотя... Ну, этих пидорасов только на начальном этапе только гранаты взрывать. Я так понимаю. А, жри. Надеюсь, тебе вкусно. Так, я сохранюсь, пожалуй. Я сделаю отдельный сейф. Новый сейф. 3. Пиопл. Хорошо, я не знаю. Вот так назову. Чтобы понятнее как-то было, что один... Ну никак вот вообще, все. Пипец. Попадешь 72, ну давай. Попадешь, считай, гранат сэкономил. Неплохо. Сколько? 46, 46. Гранаты докинешь? Не-не-не-не-не, подожди. Ну ладно, сойдет. Молодец. Только я хотел как-то это самостоятельно сделать, что ли. Чувак. Ну я бы удивился, если бы ты попал с такого расстояния. Что, не нравится отряд наш? Женско-патриотический, да? Подожди, а ты тёлка? Чувак, подожди. Сильви. Господи. Мы на тебя потом парик напялим, если ты не возражаешь. Так, ну-ка давай. Подожди, я хочу сам выбирать цель. Что это такое? Стоп. Что случилось с игрой? Изменить настройки. Интерфейс. Субтитры, да. Игра. Что с тобой? Динамическая камера. Шкала здоровья. Динамическая камера. Почему я не могу сам цель выбирать? Да что с игрой случилось? Подожди. Что-то тут нечисто. Ну, автосейв автосейвом, но, блин. Дай попробуем. 46. Не, ну я, конечно, знал, что не попадешь, но... Ну, хотя, может, когда один противник, так оно и не выбирает цель. Хотя, блин. Того бы достать можно было. Попробовать хотя бы. А, она его не видит. Да-да, low ammo. Так, надеюсь, он сейчас никого из наших не... Блин, накаркал. Катюха, прости. Будешь сидеть, потом отлечиваться. Паника. Паника это плохо. Ну, хотя, может, на панике достанешь его, нет? Давай, попробуй. Блин. Ну, ладно. Надеюсь, ты сейчас за полным укрытием. Стой, подожди. Ну да, ладно, промазал, молодец. Я такое поддерживаю. Если ты промазал, то ты молодец. Тихо, тихо, Катя.
Катя, дыши носом. Так, давай-ка ты сюда перебирайся. И попробуй как-то того педераста снять. Так. Ладно, сойдет. Молодец. Попала. Снайпером будешь. Лена. Лена Беккер. Так, ну давайте, может, особо не кучковаться. Как кто? Сюда давай перебегай. Я знаю, что ты ход потеряешь. Сваливает. Ну и Хессия сваливает. Паника снята. Ну вот, ты боялась. Ты же, он что, окончательно, что ли, свалил? Ну, я бы, конечно, все-таки перестраховался как-то. Блин, тебя надо перезарядить, кстати. Мы тебя с следующего хода перезарядим. А вот это вообще нехорошо, ни капли. Ни гамма. Да-да. Подожди. Блин, что делать? Что делать? Сражаться, блин. Черт. Блин, так боком еще сели. Пожалуйста, вот сейчас мажьте, а. Блин, пацаны, вот, блин, ну... Сисектоид этот. Вообще дядька жесткий. Что там делаешь? Ты куда-то в непонятную сторону что-то там кинул? А, ты трупа поднял. У тебя, чувак, мы будем, походу, гранатами обрабатывать. Ты хоть не отстреливаешься, я надеюсь? Да-да, да-да. По-моему, это в предыдущей части был. Блин. Пожалуйста, только не паникуй, ладно? Ты мне еще живая нужна. Жуть-то какая. Ну, сейчас нету смысла, наверное, обезвреживать идти, да? Подожди. Ну, тебя в любом случае надо как-то пересадить. А пересадить мы тебя хорошо можем только сюда. И знаешь, что мы сделаем? Мне, конечно, перезарядиться было бы желательно. Я сейчас пидорас там. Так, ну он держит трупа. Может, попробуешь пострелять? Да-да, it's killing time. Ладно, давай стреляй. Блин, чё ж поделать? Если так гадюка его не поднимет опять. Ну это как-то автоматом предпочитает стрелять, вообще там. Без выбора, так где-то. Еще этот вернулся, дядька. Это будет тяжело. Может, даже я погорячился с уровнем сложности. Нам было, может, на один как-то меньше. Но хоть как-то. Подожди, только не говори, что сейчас возьмешь его под контроль. А черт. Не, давайте вот сейчас я как-то с другой стороны встану. Не, подожди, приятель. Не-не-не. Сразу двое, заметили, как-то отгибаются. Катюха, держись. Не, ну это она как-то вообще... Подожди. Я хожу, да ладно.
Кто этот? Подожди, а куда он убежал? Он куда-то сюда убежал, по-моему, да? По хорошему счету бы его сейчас достать тут. У нас это преимущество было бы. Но убегать не хочется. Блин, а что делать еще? Что делать? Да вот этих вот валить. Нехороших дядек. Или отступать. Отступить и потом... Катюха, что ты делаешь? Так, ну давайте, тактическое отступление пока. Ненадолго. Тебя мы тоже пока переместим. Ну только желательно за укрытие, может, куда-нибудь. Так, ты здесь спрятаться можешь? Это бы с радостью вообще. Там гражданские, тут гражданские. Ёперный театр. Ладно, давайте спешить не будем. Иди сюда. Паника, чё ж поделать. Сектоидом разбираться надо вообще сразу. Не-не-не. Ладно, давайте завалим уже. Извини, конечно. Ёперный театр, ты еще и промазала. Из-за паники, что ли, или что? Сейчас скоро Катюха, я надеюсь, отпустит. Ну, хоть перезарядился, ладно. Не. Так дела не делаются. А, где там три компания? Автосохранение, три people. 7.42. У нас пиздец начался. Давайте с этого места загрузимся, потому что у меня там изначально была хреновая позиция. Мои два чувака просто отгребли. Вот, я знаю, где сейчас этот сектоид находится. Извините, конечно же, но это максимальный уровень сложности. Вы видите, как здесь просто ебут, мягко говоря, во все щели. Подожди, это еще эти живы? Пидрюки. Так, ты ходить не можешь. Слушайте, давайте гранаты не тратить, может, как-то. Попробуем. Ну вот. О чем и речь. Я бы, может быть, конечно же, вообще переиграл бы эту миссию, но я уже обещал. Давай, я знаю, ты... Блин, ну, только похвалить решил. Да ладно! Не, приятель, подожди, это какой-то рандом получается. Ты не говорил, что ты такой нехороший человек? Ну как это так? Вот он тогда снес, а тогда не снес. Ну, блин, это неправильно, я считаю. Давайте как-то, я не знаю, помогать, что ли? Катюху не трогать. Понимаете? Ну, я попробую еще раз его снять. 55, 46. Ну, того вообще, наверное, трогать даже. Пытаться не стоит. Низкое укрытие, 20%. Ну, давай, ладно. Ну, сейчас она не попала. Ты хоть попади. 72. 5. Крит. Ладно. Вот сейчас сжимаем, не знаю, кулаки, пальцы, все, ждем. Надеемся. Что-то пидорас не попадет по нам.
Блин, ну ладно, попал, но хотя бы не убил. Один хп это еще, блин, куда ни шло. Тех еще можно будет отбивать. Да подожди, блин, пидор. Балалайку тебе в жопу. Так, 7.42. Что-то тут... Давайте 7.46, там просто как-то побольше повезло, там хотя бы все живы остались. Да, загружаться придется. Кто говорил, что не придется? Я просто хочу, чтобы Катюха выжила, чтобы мы прошли эту, блин, миссию уже. Ну ладно, и остальные за компанию. Ну, потеряли уже одну. Что ж поделать? Так, здесь мы этих уже отбили. Вообще идеальный сейф. Давайте вместо... Все вот это вот сохранение поудаляем. Ну, потому что они нафиг не нужны. Новое сохранение назовем Ideal 3 People. Отлично. Спешить нам никуда не надо. Да-да, let's rock. Наблюдение. Эти оттуда выскочат. Вообще тут желательно было бы как-то перегруппироваться, что ли, как-то. Оу-е! Это наблюдение. И тебя мы посадим сюда наблюдать. Вообще, для начала, может, перезарядимся? Ну, так. Чтобы было. Ага. А они просто так не идут. Ладно, F5. Надеюсь, она сохраняет на F5. Давайте посмотрим. Ну да, сохраняет. Так, все. Эти стоят тут. Они в первую очередь начнут разбегаться, потому что уже тревога, можно сказать, поднята. Вот эту хрень мы сломать не можем никак. Чтобы не поднимать тревоги. Я вот не знаю этого. Давайте, знаете что, давайте потихоньку туда подбираться. Не будем спешить. Вот так вот, по одному ходу. Тихим ходом, год за годом, да? А тебя мы вообще как-нибудь сюда направим. Ты будешь вместе с ней... Не, ты тут и останешься. В хорошем смысле этого слова. Останешься. Катюхе самая сложная роль досталась. Она пойдет сейчас разминировать. Хорошо, что хотя бы время не, миссия не на время. Так. Ты наблюдаешь. Подожди, мне вот интересно, а здесь как оборона? На чем базируется? Так, за полным укрытием будешь сидеть. У тебя, конечно, остановка на... Прошибается легко. Давайте. Если что, потом отступим. Я просто хочу занять сейчас идеальную позицию, чтобы как-то их там... Разнести можно было бы хорошо. Так, ну ты в наблюдении становишься, это ясен-хрясен. Так. У тебя желательно тоже наблюдение. Все, Катюха сейчас пойдет. Ну давай, Катюха. Мы в тебя верим. Конечно же, можно было это отложить на потом.
Да-да-да. Сектоиды. Все, давайте встречать их тут. Блин, вот то, что ты не попала, это... Не есть, хорошо. Все равно у нас сейчас... Ясно. Загружаем. Ну, просто она на открытой местности. Я не хочу сейчас ее терять. Катюху. Тем более у нее один хп. Она и так уже тут повидала виды. Прекрасные. Да, я согласен. Я сейчас потеряю ход. Я там... Можно было за два хода назад вообще там загрузиться, потому что... Так оно нормально еще, ладно. То давайте, знаете что? Блин, палка двух концов. Роджер зад. Ну так мы хотя бы ход не потеряем, понимаете? Наступать придется. Ладно, мы хотя бы этих сагрили, но только почему-то... Подожди. Да-да. Я просто боюсь, если мы сейчас заложим взрывчатку, и там, может, подкрепление какое придет, нет? Не, Катюха, давай-ка ты будешь под прикрытием наших бойцов доблестных. Да, эти близко подбираться не намерены. Ну чё, обходить их? Значит, очкую. Чё-то я очкую, Слайк. Не очкуй. Прорвёмся, да? У тебя есть полное укрытие, понимаешь? Но она, блин, никого не видит из этого полного укрытия. Машина тоже опасная вещь. Может и бахнуть. Тем более она не добегает даже до неё. Ладно, давай сюда остановись. Придется расстаться с полным укрытием. Ну, пытайся. Пытайся. Три угона сойдет. Давай покажи класс. Низкое укрытие. Цель 65. Только Катюху не задень, я тебя прошу. Блин, конечно, было бы у нас это живо. Было бы куда проще. Метка. Сейчас же мазать не будут. Ладно, ты промазал, молодец. Тот, я надеюсь, там как-то вот не станет, чтобы вот так вот, чтобы прям... Так, этот убегает. Вот и убегай. Хотя нет, лучше бы ты подошел поближе, но мы тебя уже и вынесли бы там же. Паника. Ну хотя бы не такая паника. Блин, нет, такая походу. Скопытило. Ладно, полное укрытие, того убило. Повышение. Ну хотя бы панику сняли бы уже. Хотя паника вроде так и не снимается, так за один ход. Стой! Ладно, нормально, молодец. Не попал. Отлично. Блин, это первая миссия только. Ну, хотя потом же мы раскачаемся, там, надеюсь, там, всякие пушки там. Да-да-да, дыши носом. Блин, надо подбираться поближе как-то. Так вот. Ай, граната... Граната у нас для сектоида. Опасно.
Ладно, у тебя хотя бы полное укрытие. Ты более-менее какой-то безопасности. Блин, надо было тебе гранатой цеплять. Офицер. Что, будем потиху их поджимать, я думаю, да? Это ведь хорошая идея. Да, давайте. Ну, просто нету никакого смысла, что он там стоит, он все равно никого не видит. Гражданские бегают. Чувак, только... Блин, черный экран, что? Кого-то оживило. А, можно мне вернуть... Ага, спасибо. Для анимации. Не, ну, чувак, ты... Ты сейчас пока бесполезен. Ты просто ходячий труп, ты даже стрелять не можешь. Так, Катюха, давай приходи в себя. Блин, 3 урона, ну ладно. Блин, почему... Чё-то я такое подозревал, что такое возможно. Ну вообще, я хотел, чтобы ты сейчас... Блин, что это за тёлка тут? Еще, мы тебе потом каптоприл пропишем от давления. Так, что с тобой делать? 76. Ты мне дагом не нужен. Вот этого дядьку бы снять как-нибудь. Ну что, давайте пытаться. Или может наблюдение поставить? От обороны играть, что ли? Подожди. Катюха. Жарить можешь? Не поэтому. Поэтому дядьке. Дай попробуй. 62%. Ну ты косая. Ёлки-палки. Понаберут по объявлению. Ладно, давайте зомби убьем. Сейчас придурок других поднимет. Сволота такая. Тебя мажет, блин. Воу. Эти, блин, не это не того. Тихо! Ну ёб твою за ногу. Давайте переиграем. Загрузить, да. Ну, блин, Катюху жалко. Она выживет. Я сказал, значит, выживет. Все. Больше никто не погибнет. На этой чёртовой войне, да? Это же тактический шутер. Если бы я хотел просто пройти так закрытыми глазами, я поставил бы там, ну не знаю, средний или минимальный уровень сложности. Но, блин, это ж не наш вариант. Понимаете? Вообще не наш. Может, с упора расстрелять, как думаете? Вот реально подбежать и с упора расстрелять. Чтоб вообще, понимаете? Блин, я очкую. Один хп этот подбежит пизды, даст и все. Шибко пала. А что если нам... А что если нам... А что если нам повезет? Как считаете? Попробую еще раз. Все ясно. Я тогда Катюху увожу. Вы какие-то злые, вы нехорошие. 62% в упор попасть не можете. Ну, Кать, ну блин, ну... Зачем ты так плохо спала?
какая-то сидит, у него головка бубо. Давайте, как говорится, смелым улыбается удача, да? Да-да. Ну давай, ну убей ты его уже, ну... Ну ёбаный враг... Извиняюсь за дерзкие выражения. Ну что это за тупость такая? Блин, я уже третий раз загружаюсь, она в упор попасть не может. Катя, ну все, я тебя сейчас увожу на заднюю позицию. Ты там будешь стоять. Ну блин, 70... Сколько там? 76-78% было. Вот, попасть не может. Ну, это просто тупо уже. Почему? Сколько тебе дать попыток, чтобы ты попасть могла? Катя. Не надо так над моей бедной психикой больной извращаться. Давай, наблюдай. Ну ты хоть попади, пожалуйста. Ну, ты должна вроде попасть. Ты тёлка некрасивая, у тебя башка лысая, блин. Ну, хоть что-то ты должна делать хорошо, мисс. Ну, хотя бы этот промазал, ублюдок. Вот это, правда, за хреновым укрытием. Попади! Попади, я тебе... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знаете, о чем я сейчас думал? Если он сейчас ее убьет, то я загружаться, блин, не стал бы. Ну, просто, что за криворукость такая? Ну, все, там и стой, приятель. Ну тебя в очко, да? Ну тебя реально в очко. Балалайку тебе туда засунем. Ублюдок. Так, ну Катю мы сейчас в любом случае назад заводим. Фух. Так, не, надо попить воды. Попить воды. Успокоиться. Расслабиться. И хорошенько подумать, что, блин, в этой ситуации я делаю не так. Так, у Кати сейчас явно нету настроения. Вообще нету. Ни грамма настроения. Понимаете? Давайте ее сюда попробуем перевести. Ага. Попадешь? 70%. Пытайся. 70%. Катя. Все, хорошо. Походила. Молодец. Тебя сюда. Будем от обороны играть. Нам неприятности не нужны. Все, молодец, снес, но не то. Что он там, какую-то скамейку снес, что ли, или что? Походу. Ты, давай, ты сможешь. Лысая башка, дай пирожка, блин. Чтоб на тебя ни один мужик не взглянул. Хотя и так, походу, не взглянет. Блин, чувак, давай, все, хватит. Хватит ходить. Все, дошел. Блять, не попади. Ладно, потом наберем нормальных бойцов. Паника снята. Командир, мы берем тяжелые потери. Мы должны адаптировать наш подход. Попади. Просто попади. Умница. Чё, и горит? Ёлы-палы.
И как мне теперь одной Катюхой ходить? Все, ублюдок, ты успокойся. Как с такими играть, а? Кто-нибудь скажет мне? 807. Давайте 807. Да, я сижу, играю в 8 утра. Чтоб побольше так записать. Сколько там серии уже? Час где-то длится. Нормально. Не, ну это какое-то извращенство. Блин, ну легендарный, конечно же. Что ж я хотел? Давайте, может, на ветеране попробуем. Давайте ветеран, потому что это... Учить некоторые достижения, продолжить. Изменить. Все, хватит. Хватит с меня с этой порнографией, как-то, знаете ли. Ну, потому что как-то хочется более-менее и поиграть, и... Придухте. Начали попадать. В упор. Какие молодцы. Ёлки-палки. А я-то думал, я их совершенно вот не ценю, не хвалю. Ой. Да, Катюха, я помню. Что тебя надо назад уводить? Давайте назад уведем. Ёлки-палки. За что мне такая боль? Вопрос, а за что? Так, все живы. Ёлки-палки. Подожди. А кто у нас остался? Одна ты осталась. Не, подожди. Так дела не делаются. Давай-ка. 705. Дело принимает неприятный оборот, товарищи, да? Хотя бы троих мне оживите. А, это еще тут. Так это идеально. Где там это? Тетя Жмотя. Или не идеально? Не, подожди. Это здесь. И Катюха вот здесь, да? Это только начало. Ты... Твоя задача подобраться поближе к этому неприятному молодому человеку, который еще и стрелять умеет, к тому же. Будешь его, короче, гранатами закидывать. Да, может, как-то не за один ход... Ну, давай, попробуй. Уж если я начну поднимать мертвецов, это будет вообще... Не грамма... Не грамма нехорошо. Бегает. Хоть бы он свалил просто окончательно. И что он сделал? Поднял труп. Ясно. Реанимация. Блин, вот нафига мне смотреть, как гражданские ходят? Мне вообще наплевать на них. Ну, я по ним как бы не стреляю, но мне просто наплевать на них. Все, ладно, не попал, не попал. Молодец. Красавчик.
паника снята. У тебя паника снята. Уже что-то, да? Так, где наш диверсант? Ты. Давай мы тебе хотя бы... Ага, понятно. Там тебе эта хрень достанет. Гранату туда кинешь? Двоих, может, накроешь? Нифига. Двоих не накроет. То хрена тоже не достали гранаты. Плохо! Чё, давайте пытаться. Этот вылез вроде как. Давай огонь. Да, 81%. А ты думал, в сказку попал? Ну, не хотя бы в упор, хотя бы начали попадать, понимаете? Это, блин, уже хорошо. Дебилы. Так. Давай. По тебе еще потом Катя вжахает. Понимаете, приятнее, когда они с упора хотя бы попадают. Потому что я себя вообще каким-то беспомощным чувствую. Ну, я вот не любитель рандома. Вот если есть какая-то тактика определенная, вот сейчас я их вынес просто вот по тактике. Понимаете? Это интересно, это выглядит красиво. Это не тупо выглядит, понимаете? Ты жива там? Блин. Ладно. Переигрывать не стану. Найму потом еще новых бойцов. Ну все, чувак. Пиздец тебе. Catch. Вот сей catch. Крит. Вот чтоб сразу так шло, а? Чувак, если ты Катю поднимешь, я тебе это не прощу. Бежал. Мутант, блин, недоделанный. О, еще и немку нашу ранил. Ну чё? Ты сейчас сгоришь, блин. Не, не сгоришь. Давай. Ну все, пиздец. Пришел. Минус ты. Я просто не представляю, что мы в дальнейшем будем с ними делать. Ну хотя бы они в упор начали попадать. Ёкарный театр, блин. Что мы там нашли? Прицел, планшет Адвента. Сойдет. Все, давай уже, бей, обезвреживай, я уже на это смотреть не могу. Сиди там, защищай. Вообще, конечно же, я бы как-то поближе так друг к другу присоединил бы. Закладка. Ну, да, тяжело. Все? Миссия закончена, нет? Еще эвакуация. Ну, эвакуация, я надеюсь, сейчас нормально. Двое выжили. Это было очень тяжело. Это было пипец тяжело. Оценка терпима. Ветераны. 70 средний урон за атаку. 3-3-5. Ну... Чаще всего попадали Екатерина. Ну да, Катька хорошо постреляла. Вечная ей память. Лена Бетик больше всего бегала. Добегалась.
Что ж поделать? Двое так двое. Все, что мог. Давайте повышаем их всех. Миниганер сойдет. Serving as our demolitions experts, the Grenadiers provide heavy ordnance delivery whenever and wherever we need it. Я, конечно, буду стараться без потерь проходить. Бита 2. Чуть как-то мало-то убило. Так, гренадер. Гренадер и специалист по тяжелому вооружению обеспечивают вашим силам огневую поддержку до поля боя. Но это хорошее. Выстрел гранаты. Не просто бросает их. Это увеличит дальность полета и позволяет использовать более мощные заряды. Подожди, гренадер. Гренадер специалист по тяжелому вооружению. Обеспечивает нашим силам огневую поддержку на поле боя. Ну это ясно. И нашим силам огневую поддержку на поле боя. Да что мне это дает? Выстрел гранаты. Ну, давайте выстрел гранаты. Так, я тебя типа повысил уже. Давай тебя повысим. Кто-то у нас. Шотганом будешь ходить. В принципе, сносно. Ну, короче, маскироваться. Подбегать с упора и выносить шотганом. Ну, это, в принципе, тоже неплохо. Убито 5. Молодец. Стресс. 29 дней. Ну, чё, таблеточками тебя. Так, что ты можешь? Рейнджер. Основной разведчик, способный незаметно перемещаться и атаковать противника на ближней дистанции. Выпад атака еще любого противника в пределах дальности перемещения. Давайте выпад. Уж я чувствую, это нам будет помогать. 2-0. Ну, это больше всего и навоевалось, походу. Наши войска вернулись с трофейным планшетом ответом, который может содержать ценную информацию. Мы можем добраться до данных, но требует времени. Давайте добирайтесь до данных. Снижение воли с ней подвержены панике, слабленные для пси-атак. Они могут останавливать вою, принимая участие в успешных заданиях и не получая ранений. Ну, блин, ну получила ранение. Ну, мы двоих человек, получается, потеряли. Так, что надо? Исследовательский отсек. Давайте. Impressive, isn't it? Capable of generating immense power. Yet completely harmless to human life. If only the same could be said for the rest of the aliens' technology, Commander. Dr. Richard Tigan, Chief Science Officer. Да-да. I am responsible for the entirety of our research here. Надо еще, походу, звук потише сделать. As well as procedure you немного. So recently underwent. Welcome to my lab, such as it is. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. A device implanted directly in your occipital lobe. Это миссия в обучении была. Нас спасали там. Had I access to the equipment available to me during my tenure at Advent, I would already know the precise nature of its function. However, ну там прописано все было по ходам. Мне вообще так это особо не нравится. I assure you, I will find out. Все равно мы там потеряли бы всех, потому что мы даже ни шаг влево, ни шаг вправо не можем сделать. Ну, это глупо, я считаю. Да-да. Were you to direct additional support personnel and resources to me, I could substantially improve the speed of all our research. Ну, будешь исследовать. Молодец, чувак. Farewell, Commander. Будешь наши войска, так сказать, укреплять. Новые исследования. Давай новые исследования. И знаешь, что я хочу? Я хочу немного брони для своих солдат. Броня, которые были одеты на одинаковые солдаты Адвента, представляет собой невероятную смесь материалов. Тщательное изучение этих материалов позволит... Давай это, гибридные материалы. Что инженеры могут? Что-то там крутят. Come on, Rover.
It'll work. Commander! Красота! Getting our tech to talk to theirs is harder than you think. Lily Shen, Chief Engineer, at your service. Молодец. You were probably expecting to see my father. In all that's happened, I'm guessing Central didn't tell you yet. He's... Хороший был мужик. Dad gave everything he had to get us this far. This entire ship is his life's work. Ну, твой батя хорошо постарался. He loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. You can be sure I'm ready to finish what he started. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything you come up with. And with a little Я думаю, ты способна на многое. Well, you'd be amazed with what I can do. Я надеюсь. It was an honor to finally meet you, Commander. Так. Что ты можешь? Но с этой шумовами не надо. Что мы можем построить? Мастерская или питание? А сколько у нас? Энергия 6 из 12, пока надо. Партизанская школа. Преимуществом для наших бойцов, в том числе, увеличит количество бойцов, которые мы можем брать на задание. 25 баксов. Лаборатория. Давайте лабу построим там. Дело полезное. Да-да. Оружейное. Ну, да, обидно, печально. Печально, обидно. Катюха. Катюха, молодец. Ладно, я думаю, на этом можно завершить серию. С вами был Зазепа. Если вам понравилась серия и как я играю, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вот, и ждите продолжения. Всего хорошего, пока.